Большинство случаев присасывания клещей к домашним питомцам происходит прямо на территории многоквартирных домов. Устюжане уверены, что такого быть не должно, ведь город, по мнению некоторых граждан, это безопасная зона. Мы путешествуем по району Великоустюгскому очень активно. А здесь, что удивительно, у самого дома в траве буквально за 10-15 минут на нас напрыгнул клещ. Обнаружили его уже дома, в тех местах, где мы гуляем как раз таки с ребятами. Было принято решение ехать в ветклинику молниеносно. Удалили его, он еще не успел впиться в животное. И врачи сказали, что эти случаи участились в последнее время. Со слов Натальи Самсоновой, ветеринарного врача лечебного отдела, в Великом Устюге уже зарегистрированы случаи нападения клещей на домашних животных. В весенний период это ежедневные обращения, в летние месяцы случаев меньше. Но они также вызывают беспокойство у ветеринаров и хозяев домашних питомцев. Примерно из всех случаев, которые у нас были зарегистрированы, 50% приходится на укусы клещей именно в черте города. Потому что не весь город у нас обработан, не везде проведены, как сказать, вот профилактические мероприятия. Поэтому животное, которое гуляет у дома, на дачном, вернее, как сказать там, у частного дома, оно тоже может быть подвержено нападению клещей. Если обработка территорий парков, скверов, общественных территорий – зона ответственности городской администрации, то в ответе за безопасность от клещей на территории частных и многоквартирных домов – сами собственники. Если мы говорим про многоквартирные дома, то надо понимать о том, что есть управляющая компания, и пусть акарицидной обработки нет в минимальном перечне, который управляющая компания должна делать, но в любом случае они должны содержать управляющие компании веренную им территорию, да, то есть это общее имущество, содержать в соответствии с санитарными нормами. То есть и если есть необходимость, эта обработка должна проводиться и должна этим заниматься, конечно, управляющая компания. Вот, я думаю, что лучше решение принимать на общем собрании, да, и заранее говорить о том, что эту обработку управляющие компании должны проводить ежегодно, не дожидаясь, да, каких-то случаев присасывания клещей, обращения жителей. Пока территории многоквартирных и частных домов не обработаны от клещей, о безопасности любимых питомцев устюжанам лучше позаботиться самостоятельно. Так ветеринарная станция рекомендует перед прогулкой опрыскивать животных специальными спреями. Чтобы обезопасить животное от нападения клещей, мы рекомендуем обрабатывать животных перед выгулом специальными спреями, таблетками или капать капли на холку. Так вы обезопасите животное от большого количества клещей. Если все-таки ваш питомец успел подхватить опасного кровопийцу, можно попробовать удалить клеща самостоятельно, используя тампон, любое масло или одеколон. Специалисты советуют прижать плотно к телу насекомого, пропитанный раствором ватный диск, и подождать, пока клещ самостоятельно отпадет. В иных случаях, дабы не рисковать здоровьем домашнего любимца, лучше обратиться в ветеринарную станцию. Оксана Митинева, Вячеслав Голиков, Антон Карев, телеканал «Русский Север».